В Париже – Эйфелева башня, в Египте – пирамиды. У жителей дома номер 11 на улице Шубиных своя достопримечательность – ледяной сталактит размером с пятиэтажку. Как рассказывают жильцы, ледяной урожай – не феномен зимы 2019. Такую картину здесь они наблюдают каждый год. Дело в конструкции дома. Наледь образуется там, где проходит так называемый тепловой шов. Снег на крыше, тая, стекает по балконам. Мы живем здесь с 1972 года, и это практически регулярно. Но основное стало вот с 2013 года, 2013 год, это каждый год. Каждый год мы приглашаем управляющую компанию, каждый год звоним в областную, в городскую. Ну, вот так вот оно каждый год. Когда за окном трескучий минус, жидкость застывает, образуя это ивановское чудо света. В плюсовую температуру все еще хуже. Когда весной начнется таяние снега, у нас течет вода по стене. Поскольку это шов, который, он соединяет два подъезда, четвертый и пятый подъезд. И значит, стена, эта вода течет по обеим половинам. Мне каждый год приходится менять обои на этом углу. Решить проблему можно кардинально, отремонтировав крышу. Но капремонт кровли этого дома, если верить списку рекоператора, назначен на 2036 год. А значит, еще 17 лет прохожие будут удивленно снимать диковину на мобильные телефоны. Если, конечно, постоянная сырость к тому времени не разрушит дом. Управляющая компания с текущим ремонтом текущей крыши тоже не спешит, перекладывая ответственность на жителей. Было объявление: уважаемые собственники, сбейте сосульки. Вот такое было объявление. От управляющей компании, да, была подпись управляющей компании. У руководства управляющей компании «Эталон» в понедельник не нашлось времени пообщаться с нашей съемочной группой. А сами жильцы, многие из которых пожилые люди, желание лезть на крышу, чтобы сбивать наледь, не испытывают. Зато подумывают, не подать ли заявку в редакцию Книги рекордов Гиннесса. Вдруг хотя бы там кого-то заинтересует их ледяной колосс, раз уж коммунальщикам все равно. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.